Юху! Всем привет! С вами Юнот, с вами Сталкер и... А, блин, господи, я вспомнил. Вроде взял снайперский автомат, а в итоге он стреляет не ахти, ровно. Хотя все у него есть, отдача минус, все минус. Ну, либо за счет сложности враги меня видят прям вообще от таз. А враги, они как раз где-то здесь вот сидят, вон тут и тут. Или я тут завалил вас? Или их тут не было никогда? А, там снорки были, все вспомнил. Так, пум. Просто помри, друг, помри, порошу тебя. Давай, все, сняли. Капец, если так я дальше их снимать буду, то это ж капец, я ничего не добьюсь. Че, плечо нравится, да? Нужно что-то посерьезнее. Паскудство! Нас выбили со свалки! Ладно, ребята, еще не вечер. Давайте-ка соберемся и выбьем их к чертовой матери. Да, конечно, мне прям заняться нечем. Дверь закрыли. Ты вылезешь или не умрешь? Ты можешь помереть. Капец живучий, а? А то, что со свалки видели, это плохо. Надо бы снорков еще погрохать. А то они там вообще не в тему шарятся. Чувствую себя как в этом. Как вы скажите мне, пупки? Тоже так же стреляю, враги не умирают. Знаете вам. Нава. Что, и ты хочешь? Иди сюда. Я когда говорил иди сюда, я говорил сдохнуть на полпути. Если ты не понял. Что за ног? Откуда? Откуда прилетело-то? Мне даже разброса-то нету, смотрите, я просто бью ровно. Красиво снял. А! Ну, видел я твой лимончик, друг. А вот кто кинул откуда, нет. Хватит бегать, умри просто, пожалуйста. Блин, было 300 патронов, сейчас вообще ничего не останется. Опа. Где вы? Собаки.
Все красиво сделали. Все-таки я вот не знаю, 5.56 оставить и покупать их, либо 5.45. Бревно на отшибе, тайник. Вообще в наглую сбоку взяли, зашли. Пум-пум-пум-пум. Все? Хорошо. Так. Не понял. А где? Вот он. А как мне его пройти? А никак. Что тут пишут? На крыше тепловоза. Там что-то есть. Это, наверное, проход другой, выйти оттуда. Ладненько. Попробуем еще раз на крышу тепловоза попасть. Свалку выбили, тут выбили. Да господи, что же вы такие убогие-то? Где? Ради калаша. Обойти никак нельзя. А прыгать через электро и ломать костюм нафиг надо. Тут и так проблем столько. Походу мне надо сейчас кружочек сделаю и побегу обратно опять патроны закупать, все остальное делать. Пришли, всосали! Ну, все, они дверь закрыли? Да ладно. Что происходит? Кто еще? Где-то еще двое шарится. И последний, ты где? Где же он бегает? А, вот он бежит.
Серьезно? Серьезно? Да что у тебя такое? Ты ж целая почти. Все, всех отбили. Мутанты депо. Их-то мы встретим, это не страшно. То есть, по факту, что, я здесь зря выбивал всех, что ли? И где они? Пять сорок пять, да? А чё, мне никто спасибо не скажет, что я их выбил тут? Блин, убиваешь их, хоть бы хны. Кто спасибо просто прислал. Я же сейчас уйду, они опять залезут. Почти разбили. Так, что мне делать? Мне надо зайти сюда. Сюда. Принести дикому Нарпову наверх. Блин, столько все сделать надо. Наверное, надо сбегать сюда, отсюда, сюда, отсюда, сюда. Блин, а чё это так веса-то много? Сколько ты весишь? 5 килограмм всего лишь-то. 6. 22. Выбили всех бандитов, хоть бы хны вообще, хоть бы хны. Ну вот эти, которые выбивали, я здесь видел. Там вон наши уже сталкеры убивают. Я же не могу все время к ним ходить бегать. И так разбил вот это место. Оно полностью свободное. Есть! Вышло! Мы закрепились на свалке. Кто не понял, повторяю. Путь на свалку открыт. Тайн за вход отменяется. Все, теперь последний рывок. Пора нагрянуть в самое ихнее логово. Показать бандюкам Кузькину мать. Да ладно, мелочь. Так, здесь проблема у нас решена, значит, остается пройти сюда. Ай, как хорошо мне. Закусывал. Блин, я не знаю, куда идти. Давайте к ЛК сходим, потом сходим... Блин, нет, сначала к ним. Нам уже стали вернуть КПК, КПК вернули. Логово бандитов, ну, взято, взято. Какие у меня тут задания, я что-то не врубаюсь. Да бандитов мне по факту наплевать. Кто еще сможет улучшить лучше мои вещи? И так ясно. К долгу и к этому идти пока неохота. Можно, конечно, пошариться, но не в этой части. Эта игра и так создает мне много проблем. Сходи туда, принеси то, сходи это, убей то. Только отошел, тут уже опять эти вторгаются.
Тебе? Нет. Тебе! Здорово, брат! Насчет свежака. Ага, так куда они там подевались? Знаешь, был я в твоем лагере. Ни одной души, и куча порванных в клочья трупов. Ах, мать их! И их тоже. Понимаешь, какая-то хрень ночами бродит по свалке и нападает на тех, кто плохо вооружен, то есть на нас, диггеров. И главное, никто пока не выжил, никто не расскажет, кто это и что. Жизнь диггерская, мачеха недобрая. Раз такое происходит, теперь уж точно не время себя жалеть. Да, ты прав. Так что... Есть старый КПК свежака? Вот, держи. Мужик, 9.19. Да нафига они мне? Мужик, ты меня просто спас. Вот, держи за труды. Так, сейчас глянем. Черт, только 1500 штуки. Видно, за последний заказ ему не заплатили. Так, понимаешь, мы с свежаком, светлая ему память, использовали этот КПК, чтобы деньги друг другу передавать. Так вот, мне сейчас позарез нужны финансы. А свежак так и не смог собрать только сколько обещал. Теперь надо где-то достать еще 2 штуки. А я уже и так выстрел все, что мог. Бывает в жизни огорчение. Хотя, постой, есть у меня одна вещь, классный медикомплект. Я на него пока не нашел покупателя, может он тебя заинтересует. Вообще хотел его продать за 3 куска, но так уж... Раз такие уж дела, отдам тебе его за 2, что скажешь. Медкомплект, говоришь? Ага, всего за 2000. Я бы и дешевле отдал, только мне никак меньше 2 штук. В общем, понимаешь, я еще подумаю. Ну ладно, уже. 2 штуки, вообще офигел. Тут этого нету, да? Отсутствует. А где еще все мои задания? Все, я же говорю, я тебе обратно залезу. Опять выбивать? Да вы издеваетесь. Я столько времени потратил, чтобы их выбить. А вы меня завтра заново туда отправляете. Блин, патроны вот точно не в тему. Пусть валяются. И вот как казак, это вообще не в тему. Что-то намного весит. Все, бросаю пить. Ухожу. Пойдем сюда глянем, что у нас там происходит. Депо. Черт. Лезут ребята на депо, лезут, надо помогать. Только они двинут и все, и нет у меня ребят. Блин, так патрон у меня осталось не так-то много. Собака. Ну что, если отобьем, я хоть деньги отобью себе. Да и с ними веселее будет, я думаю. Чем одному фигачить. Я к ним приду навстречу. Куда вы свернули? Алло. Постояние вот с этого и фигни вообще бред бить. Чуваки, депо в другой стороне, вы в курсе? Все-таки надо переделать на 5.45, купить 5.45 и собирать их. Как-то они бегут странно, если честно. Куда они направляются? Опять депо, что ли, самому выбивать? Куда? 4 сталкера, но лучше с ними шариться.
Ой-ой-ой-ой-ой. Возможно, еще не все. Да все. Тихо. Сталкер. Еще немного подождем. Но это не депо, ребята. Всем спасибо, все свободны. Ребята, это нифига не депо. В депо вообще пойдете, не пойдете? Нет, походу не пойдут. Ладно. На нет и меня нет. Пойду клыка гляну пока. Потому что не знаю, у меня патрон мало, я, конечно, могу их взять. Значит, вы должны были сюда зайти. Это финальная их база, опять всех расстреливать. Я, конечно, могу, но блин. Мне бы загнать и патроны, и эти, а то. Только на дробаш у меня все есть и все. Какая-то труба и дробаш просто. Здесь, наверное, да, чей-то тайник может быть. Тайники здесь тупо спаунятся. Ты не можешь идти. Было прикольно, если бы тут было сделано так, типа, хоп, нашел тайник, говоришь. Я нашел его, а тебе говорят, типа, вот, давай, иди к нам. Если выполнишь, мы дадим тебе информацию о тайнике, а ты бац. А я уже его нашел, давайте деньги сверху. Понях, ты ж сволочь. Но нет, такого тут нет. Осторожно, мужик, тут собак дофига. На камни быстро лезь. И че? А где они? А, бегут. Фу, 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 сволочи! Отстаньте от меня! Фу, фу, сволочи. Ты можешь меня не спихивать? Мы ж братья сталкера. Ёлопал. Ты слепая или как? Или, слава тебе, Господи. Вот спасибо, мужик, спас меня. Я Васян, будем знакомы. Эх, ну ты только прикинь. Иду я это на запад за сталкером одним. Никого не трогаю. А тут эти твари безглазые. Загнали меня сюда, хрен в одиночку выберешься. Я, блин, у них три обоймы высадил. Они все прут, уроды. Да, сталкер от перещи свищи, вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине давно. Привет, брат! Так, и братишка, тяжела жизнь диггера, да? Что ты можешь предложить? А, я денег... Надо торговать что-то. Стой, собака! Ну, что расскажешь? Ты ничего тебе рассказывай. Так, он говорит, что нужно идти в темную долину или что? Ага, сюда. Ну, эту базу выбивать не имеет смысла. Ну, я выбью, получу деньги. Иду сюда, и чё? И чё? Да, ещё успею выбить. Патроны, конечно, у меня есть. Пойду сюда. Темную долину. Раз меня туда дорога приключений зовет, значит путь мой туда. Мутанты. Где тут проход? Не понимаю. А, через лес, наверное. Конечно, было бы хорошо посмотреть, что у нас тут есть. Сидят. Ребята, как жизнь? Еще как? Я думал, это снорк сидит, думаю, нифига себе. Ну рассказывай давай, рванули.
куда вы рванули? Еще жмурика вижу. Что с вас произошло, а? Аномалия, видели, да? Ветерочек. Прям под ней лежит. Аккурат так аккуратненько. Вкусно. А нет, туда идти надо, за этим гадом. Ну чё, лезьте к ним, чё я сделаю? Бандитов этих я выбил. Ну, что расскажешь? Слушаю тебя. Иди лес. А то я таким макаром здесь протяжу всю жизнь. Темная долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. И чтобы без резких движений. Стоять! Прячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, приступи. Чуваки, Я же не двигался. Стоять! Темная долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. И чтобы без резких движений. Стоять! Прячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Да не двигайся. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой? Что здесь делаешь? Я наемник, ищу сталкера по кличке Клык. Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. А почему мертв? Что здесь происходит? На нас постоянно кто-то нападает. Действуют профессионально, не оставляют нам шанса. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о Клыке, тебе прямая дорога туда. Спасибо за информацию. Что, тебе помочь какая-нибудь нужна? Четвертый! Нет? Это первый! Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение! Наемник, проверь, что случилось! С какой-то, кстати. Ну ладно, пойдем пройдемся, посмотрим, что тут происходит. Ого, сколько тайников. Да тут прям пройтись можно будет, собрать все это. Радиация? Ладно, это мелочи. Кто там? Чё там? Вроде тихо все. Опа. Аномалия, интересно. Всех грохнули. Собаки какие?
бешеные собаки. Так, и чё? И всё, патруль уничтожен. Ну, тайники в основном здесь лажа. Ладно, идем дальше. Но мне бы вот на вот эту штучку. И здесь уже тайник. Но это зайти оттуда можно. Здесь же есть что-то, я же не зря пойду. Это можно пройти или испрыгнуть, по-моему, где-то. Ну? Но для чего, пока не вижу. Здоров! Здоровенько. Ну ладно, пойдем отсюда. Вот отсюда. Хм, мы так ходим. Ну что-то артефактов там не видно, вот тут, блин, тайников прям будь здоров. Секрет под крышей. Ну ладно, деньги, сколько у нас там денег? 11 тысяч, на патроны хватит, автомат продадим, тоже будет что. Ну что, поесть? Так, где-то тут вход должен быть, да? Торговец. А где вход-то, ребят? Тут? А где к вам вход? Наверное, там снаружи. Понастроят баз, где фиг пройдешь. Механик отсутствует, но есть какая-то важная персона. Кто? Ну рассказывай, я весь внимание. Ты важная персона, ты кто? Подходи! Привет, чувак. Так, ты как в бармены попал-то? Да, ничего интересного. Захочешь выпить? Подруливай. Я всегда на месте. Важная персона тоже мне. Торговец где-то тут сидит. А где? Где торговец-то? Он говорит, что он выше сидит. Подходи! Привет, приятель! И разошлись, как в море корабли! 300, он же стоит 5000. Что здесь все за барыги, я не понимаю. Так, Зона дарит тебе возможность примкнуть к лучшему из сталкерских кланов. Не упускай свой шанс вступить в свободу. Только здесь тебя поймут и примут таким, каков ты есть. Ага, это мы уже слышали. 2400. Дешево, дешево берете. Ладно, механик здесь отсутствует, это плохо. Важная персона еще он где-то есть. Ты что ли? Здоров! Ну чё тебе? Мы понимаем, лагерь охраняем. Мы понимаешь, лагерь охраняем врагов. Враг-то недалеко, а ты тут с вопросами. Ага. Так, стойте. Тайник на крыше, да? Давайте просто глянем, что за тайник-то. Стой, 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 что? Где он там? Не забудь бы ту елку, под которой вещи скинул. Там, правда, вход в коллектор рядом, но все равно можно перепутать. Елку? Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь
твою спину? Мечтаешь надавать по сусалам долгу? Эти и многие другие возможности откроются перед тобой после вступления в ряды свободы. Черт! Какую елку ты кинул? Куда? Где здесь тайники? Я вообще не понимаю. Может, он имел в виду лестничный пролет? Но ты явно где-то тут. Нету, смотрите-ка. Ну ладно. А то темновато, блин, вообще без... Тут как-то вообще темно. Комендант. Привет, ты кто? Ну кто там еще? Плохое место для прогулок ты выбрал. Разве не в курсе, что на нас постоянно нападают? Торчать у нас на базе, а тем более носить комбинезон свободы, дело опасное. Мне нужен сталкер по прозвищу Клык. Слышал о таком? Лично я его не знаю. Недавно заходил к нам один бродяга. У него в нашем и нашего верхнего какие-то свои мутки. Только разговаривали они без свидетелей. Может, это твой был, не знаю. Как мне попасть к лидеру свободы? Ха, резкий ты, малой. Что понос? Значит, пока база на карантине, об аудиенции у верхнего не может быть и речи. Тем более, что ты наемник, с другой стороны. Если скажем так... Окажешь нам одну услугу, замолвлю за тебя словечко. Так как берешься? Выкладывай, в чем дело. Возле базы пси-собака завелась. А, прохода не дает, как запах еды из бара почует, все, туши свет, начинает ломиться, как дурная. У ребят уже нервы не на месте. А, из-за ее гребаных фонтонов. Разберись-ка ты с этим вопросом. Тогда и потолкуем. Считай уже ее. Ходят тут всякие. Как успехи, ходят тут всякие. Как успехи, ходят тут всякие. То есть мне куда-то туда надо. Сейчас мы эту пси-собаку вашу сыпим. Под какую елку бросить? Не забыть бы ту елку, под которой вещи скинул. Там, правда, вход в коллектор рядом, но... Не... Но все равно можно перепутать. Что за елка, вход в коллектор? Что? Это елка? Господи. Люди явно елок никогда не видели. Так, где-то тут собака есть. Ну, легкая радиация никому не мешала. Мутантами? Одного же грохнул. Вы одного грохнуть не могли? Вы чё? А? О, награда. Награда — это дело хорошее. А точно его нету, да? Куда ваш механик делся? Механик, специализация отсутствует. Но если бы он был бы там, так? Но там сейчас пусто, я правильно понимаю? Нет, смотрите-ка, сидит. Здорово, стал. Привет. Здорово, Немик. Хочешь день жад заработать? Хочу. Если у меня одно дельце, и провернуть его надо по-тихому, без лишних свидетелей. Подойди ко мне, когда стемнеет, как следует, часов так в 11, хорошо? Поделись опытом, в каком направлении силен. Будут лучше. Проблемы, пожелания, обращайся. Починить. Вот эту фигню надо починить, как это дорого выходит. О! О! О май! Все, надеюсь, теперь он будет хоть хорошо бить. Ты. Ночное видение, это дает мне только вот эту штуку. А броня кевларовая, а это что, защита от пси-воздействия? Дополнительный контент для артефактов. Вообще ничего не могу, все капец дорогой.
такого закона. Если ты настоящий сталкер... Одробашная, в принципе, скорострельность, точность. Вливайся в наши ряды. Время вливания любое. Да, без разницы. Магазин бы увеличил, но окей. Ежедневно и еженочно. Вообще странно написано, специализации нет, но это делает все больше. Дай денег. Держи. Так, что ты можешь мне предложить? Есть что для меня? Получи 500. Ну, будь, чувак. Жаль, 500 рублей, господи. Наш перерасчет 3000 тенге, господи. Это в кафешку сходить, и то должен останешься. Ну, как успехи, наемник? Не, так, ну что, погоняла тебя собачка? Не имеет значения, главное, тварь мертва. Отлично. Теперь будет задача посложнее. Нужно достать боеприпасы нашим на дальнем форпосте. Дуй прямо к Ашоту, это наш торговец. Он расскажет, что и куда именно нужно будет оттарабанить. Иди приятно. Лучше монстров стрелять, а то людей от работы отвлекаешь. Ты сам мне сказал, он еще и... Есть мне такие люди, которые сами не знают, что хотят. Слышь, Ашот, привет. Привет, приятель. Показывай, чем зону наградила. Я от коменданта за боекомплектом. А, все-таки начался герой. Почему герой? Да, видите, понимаешь, боятся нос за ворота высунуть. Нападают один за другим, но я думаю, это не люди, это не чистая сила. Мы слушаем, стреляют, мы бежим на блокпост, две минуты слушаем, а ребят уже не живы. Все, даже через рацию никто говорить не успел. Если это даже люди, они все знают, где каждый наш патрулька. Каждый наш человек, слушай меня, дорогой. Я так думаю, кто-то наш плотную информацию сливает, да? Такой нехороший ерунда получается. Ну вот тебе посылочка для наших ребят. Где они, я дам на твой КПК. Будь живой. Гранаты и патроны 5.56. Я тебе один умную вещь скажу. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди, дорогой. Деньги не главное, слышь, иди лесом. Деньги — это единственное, ради чего я здесь еще лазю. Здесь без денег ты никто. В принципе, как и в жизни. Хочешь стать авторитетным сталкером? Что-то бандиты тут. Количество отрядов. Количество ресурсов нет, а отряд выросли. Эти и многие другие возможности откроются перед тобой после вступления в ряды свободы. Почему вы не можете отбить вот здесь? Я уже это захватывал. Ладно, будем пробегать, я их опять вынесу. Где что-нибудь в этой игре вообще? Стреляют, сличу. Наемник, это Чехов. Форпост атакован. Даже не знаю, выжил ли кто. Но один из ПДА все еще активен. Может, на нем найдется полезная инфа? Найди его и доставь мне. Будет сделано. Их убивает и забирает все оружие. Хоть бы патроны оставляли, не знаю. Рублей разрядить. Черт, вот это облажались. О, комендант, сука. Трепал, мать его, что на блокпосте патронов полный ноль. А свободовцы твоих наших ранили. Хватит болтать. Забитаем следы и сваливаем. Долг. Как пить дать? В общем, сейчас миссии. Принеси, побегай, принеси, унеси. Принеси, унеси, побегай, принеси, унеси. Я обойду так? Вроде должен. Ну, мы хотя бы узнали, что это долг нападает на этих ребят, бедных.
встретят и примут как родных. Никакого обязалова и идеологической пурги. Никаких утренних побудок и минимум сухого закона. Если ты настоящий сталкер и любишь вольную жизнь среди таких же, как сам, вливайся в наши ряды. Время вливания любое. Принимаем без перерывов и выходных. Ежедневно и еженочно. Как вещает-то, интересно? Что? Меня тут ну вызов. Рассказывай, я весь внимание. Все, блин, под контроль. Выше надо, да? Ты можешь свалить? Блин, как все кривое. Приветствую. Ну вот и познакомились лично. Меня зовут Чехов, я здесь главный. Запись с ПДА, которую ты нашел, ну кое-что проясняет. Ведь как получается, все выходы из темной долины на замке, а нападения на блокпосты и патрули не прекращаются. Бывало, только вышел патруль с базы, раз и всех положили. Ребята уже думали, может чем зону обидели, зато она нас и наказывает. Начали узелки всякие заговоренные вязать, амулеты против призраков мастырить. А оказалось-то, что мистики нет. Комендант-то наш информацию о всех наших передвижениях сливал. Крыса паскудная. Неприятный поворот. Да, не ожидал я от него такого. Ведь 100 лет его знал. Вместе свободу подымали. Вместе артефакты первые добывали. Я же ему как себе. Все планирование ему доверил. А он продался, скотина. Да, не говори. И где теперь комендант? Как только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез. Все, нет его. Понял, что дело труба? Сейчас для нас главное найти его. Он знает, если и не все, то многовато, честно. Выходы из долины на замке, так что уйти далеко он не мог. Мы его ПДА отслеживаем. Он сейчас недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Я слышал, у вас был сталкер по кличке Клык. Да, был такой. Все редкими деталями интересовался. Знал, наверное, что у нас лучшие технари во всей зоне. Ну так я продал ему эту деталь, а что? Денег он отвалил прилично, не торговался даже. Вот нафига она ему, не скажу, не знаю. Такие вообще-то ставили в старые армейские шифровальные машины. Он как деталь получил, сразу и ушел с базы. Все, больше я его не видел. Так, дочитываешься слишком. Ладно. Ты не знаешь, куда мог пойти Клык? Я тебе помогу, только если ты мне поможешь. Ну не обижайся. У нас расклад такой грустный, что свободе скоро неким будет базу от бандюков защищать. Помоги мне выяснить, кто на нас нападает, а я дам тебе информацию, где искать Клыка. Идет, что я должен сделать? Найди коменданта и доставь его живым. Или мертвым. А я тебе за это шепну, где искать Клыка. Координаты ПДА коменданта я тебе скинул. Договорились. Чем занимается ваш клан, бла-бла-бла. Я хотел бы стать одним из вас. Понимаешь, чтобы тебя приняли, нужно посидеть вместе, поволать душам и глаза тебе глянуть, чтобы понять, что ты за человек. А у меня времени нет, и я не буду, пока я разберусь. Да-да-да. Удачи! Заходи, что же мне делать? Чё? Выбрать... может быть, как раз пройти. Проходи, сталкер. Давайте, если кто-то до сюда досмотрел, скажите, за кого мне пойти? За долг или за свободу? Какой милый. Приветствую в моей скромной берлоге. Теоретически, если я скажу, что я свобода, тогда все будет хорошо. У меня офигеть, тут их расползлось. Вы чё? Ушел, называется. Они вон набирают силы. Но пасаран! Диалоги говорят. Могу выбрать свободу, тогда автоматом от этих все станут врагами. Весь долг будет мой враг. Ну, у них есть бар, 100 рентген, не знаю, наемникам проще. Ну ладно, разберемся в следующей серии. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.